Долой ГМО! Долой ГМО! Простите, а что такое ГМО? Это генетически модифицированные объекты! Проклятые капиталисты! Они делают миллиарды на здоровье таких, как ты! Миллиарды? На ГМО? Расскажите эти сказки кому-нибудь другому. Я 7 лет ем генетически модифицированную картошку и ничего. Проклятие! Колорадские жуки! Итак, моя гениальная бизнес-идея состоит в том, чтобы скрестить арбуз с тараканами. Ну, и кто после этого старый маразматик? Дорогой, давай лучше дачу достроим. Мысли глобально. Это будет арбуз нового поколения. Представьте, что при разрезании арбуза семечки сами разбегаются. Но это же генетически модифицированные организмы. Кто это будет есть? И это же может быть опасно? Это будут есть миллиарды. Никакой опасности. Он, дед, есть только манную кашу уже лет 20. И то в полном здравии. А тут арбузы. Я ем эту проклятую кашу, потому что вы меня больше ничем не кормите. Зачем тебе мясо, если у тебя нет зубов? Итак, кто готов внести взносы в уставной капитал? Пап, лучше отложи на дачу. А говорил мне маразматик. Я создал установку. А что она умеет делать? Скрещивать ДНК? Нет, она делает бутерброды. Но дед думает, что установка проводит нечеловеческие опыты с ДНК. Пап, думаешь, таракан не поймет, что это семечко? Конечно, поймет. Но и ты его пойми. У него уже сутки женщины не было. По человеческим меркам, годы! Развлекайся! Удивительно! Но как такое возможно? Это природа, дочка. Против нее никак. Скоро мы будем богаты. Когда я получу свою долю? Сразу после того, как снимешь мой смокинг. Просто мне нечего надеть. Вот мои родные. Арбуз, у которого косточки сами разбегаются. Тарабуз. Сама вырастила на своей бахче. Спасибо, бабушка. Я больше никогда не подавлюсь косточкой, как наша сестра Варя. Тарабуз. Арбуз с разбегающимися семечками. Для тех, у кого нет зубов или у кого есть внуки. Бабушка, она так похожа на мою Глафиру. Папа, маму звали Дубрава. Проклятие! Меня обманывали 70 лет! Ты что, на всех каналах рекламу купил? Зачем? Я купил каналы, теперь там только наша реклама. И никаких дурацких шоу. Папа, а ты знаешь, что генетически измененные объекты обычно устойчивы в первом поколении, а потом могут мутировать? Ничего, на наше поколение хватит, а дальше хоть трава не расти. По всей стране нашествие арбуза-мутантов, созданных злым русским гением. Глава санэпидемнадзора Дрищенко уверяет, что они нападают только на бродячих собак и гастарбайтеров, а для людей совершенно безвредны. Пап, мне кажется, арбузы не такие безопасные, как ты говорил. Они размножаются, как тараканы. Ты преувеличиваешь. Это же просто арбузы. Жалкие людишки! Вы все будете...
Шутки пропущены! Внимание! Экстренное сообщение премьер-министра об арбузном кризисе. Дорогие сограждане, угроза локализирована. Кризис преодолен. Правительство продолжает активно работать. Нам остается только... убить всех людей. Убить! 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 Сталин! 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 Я больше не могу! Проклятый маразматик! Я больше не могу! Мозговые волны дедушки убили арбуз! Я знаю, как спасти мир! Мы усилим его мозговые волны и через телевизор запустим на всю страну. ОРТ так и работает. Убить! 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 Долой кровавый режим! Хватит сосать кровь из народа! Рассказывай эти сказки кому-нибудь другому. Мой организм вырабатывает море крови, и я уже на этом неплохо наварился. Проклятье! Комары, вампиры и пиявки! Нет! Неблагодарные людишки! Я спас человечество, а они мне иски выставляют. Пап, если бы ты не создал этих мутантов, то не надо было бы никого спасать. Как вам не стыдно? Кресло хотя бы оставьте. Лучше бы дачу достроили. Прости, дорогая, я был настолько глуп. Ой, дорогой. Я не учел риски. Надо было зарабатывать на том, чего в России как грязи. На чем? На грязи!